Дорога я Женечка пишет тебе, Дед Мороз. Женя совсем скоро получит электронное поздравление от Дедушки Мороза. Добрый волшебник идет в ногу со временем и теперь может общаться с малышами дистанционно через интернет. Несмотря на то, что освоение современной техники далось дедушке совсем непросто, он прекрасно с этим справился. Ой, очень сложно. Здесь много чего непонятного. Ну и ничего, у меня внучка есть хорошая, она в этом все разбирается. Он говорит, какой-то WhatsApp, YouTube, как там его еще... Одноклассники, много каких-то сетей. Я сетями только рыболовлю, а она говорит, в компьютере можно это делать, поздравлять людей. Теперь Дедушка Мороз отправляет электронные письма, записывает видео поздравления и даже выходит в прямой эфир. Но это не значит, что добрый волшебник теперь навсегда перейдет в интернет-пространство. Он все еще рад принимать бумажную почту и обязательно в новогоднюю ночь принесет ваш подарок. А в эпоху самоизоляции он нашел безопасный способ общения с саровчанами, хоть и не до конца разобрал принцип видеосвязи. Ну как, по старинке, но сейчас вот не ко всем же приглашают. Поэтому приходится онлайн, как говорится, там на меня какой-то глазок смотрит, я у него говорю, они мне отвечают, и вот так мы общаемся вот через этот квадратик. Кто знает, может быть, совсем скоро Дедушка Мороз покорит соцсети и будет радовать нас видеороликами о своей жизни летом, весной и осенью. А пока можно быть точно уверенным, что в Новый год никто не останется без поздравления. Ну и что хочу сказать вам напоследок. Желаю счастья вам, а самое главное – это здоровье. И всегда верьте в чудеса. Сколько бы вам ни было лет, какую бы вы должность ни занимали, вы всегда для меня все те же самые дети. С наступающим вас Новым годом!